Всем привет! Сегодня будем готовить всем привычный салат оливье в необычном исполнении. В виде рулета оливье очень красиво выглядит на любом праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Измельчаем все необходимые ингредиенты. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Укроп измельчаем ножом. Затем берем крупную терку и натираем по отдельности яйца. Колбасу. Морковку. И картошку. Дальше расстилаем лаваш на рабочей поверхности и смазываем его майонезом. Посыпаем тертой картошкой, солим, перчим, выкладываем колбасу, посыпаем половиной укропа, распределяем огурцы. Затем морковку. Опять солим, перчим и смазываем майонезом. Посыпаем яйцами и оставшимся укропом. Теперь сворачиваем все это дело в плотный рулет. Лаваш у меня слишком большой, поэтому я разрежу его на две части. Получившиеся рулеты заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2 часа. Через 2 часа достаем наш рулет из холодильника, снимаем с него пленку и нарезаем кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. Вот и все. Необычный салат оливье в лаваше готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.